Глава фракции оппозиционного блока в Черноморском горсовете 7-го созыва Александр Лисица на встрече с избирателями подвел итоги работы за отчетный период. Депутат отметил, что он и его коллеги приложили все усилия для выполнения задач, которые ставили перед ними горожане. Первую задачу ставили о том, чтобы поднять социальную помощь людям. Это была основная задача, и мы у нас вышли на социальные нужды, было выделено больше, чем по сравнению с 2015 годом, ровно в половину. Если там было 19 с чем-то миллионов, то в этом году 38,9 миллионов выделено было на социальную помощь. То есть это задача, которую мы перед собой ставили, мы выполнили ее. Депутаты фракции представлены и работают во всех постоянных комиссиях городского совета. Принимая решения и рассматривая обращения граждан, депутаты стараются во главу угла всегда ставить интересы жителей Черноморска. Еще раз хочу уверить, что мы сегодня, проводя отчет фракции по итогам работы года, каждому смотрим в глаза, с каждым ведем разговор, находимся на своих округах. В меру своих полномочий и возможностей мы всегда окажем помощь, а фракция оппозиционного блока, она монолитна, она настроена на созидание и развитие города. Мы, хочу вас уверить, будем стоять на страже стабильности и спокойствия в городе. Представители городского совета рассказали о тех проблемах избирателей, которые удалось решить за минувший год. Народные избранники особое внимание обращают на тесное взаимодействие с городской властью, добиваясь решения проблемных вопросов. Именно благодаря этому у депутатов есть возможность за счет городского бюджета осуществлять социальные проекты, проводить работы по благоустройству.